есть много всяких предположений, что такое кома. И в нашем фильме кома — это такой огромный мольберт, абсолютно чистый, на котором с помощью своих воспоминаний ты выстраиваешь тот или иной мир. В основе фильма лежит очень простая на самом деле идея. Если вы закроете глаза и попытаетесь представить себе, вспомнить мир вокруг вас, который вас окружает, то вот та картинка, которая будет у вас перед глазами, она отличается от реальности. Мы попытались сам мир сделать настолько самодостаточным персонажем фильма, чтобы даже посмотрев актерскую историю, драматическую историю, экшен-историю, после этого можно было бы взять, включить фильм второй раз и смотреть исключительно на задний план, на бэкграунд. Я показывала тизер своим друзьям-американцам, которые большие фанаты всяких фантастических фильмов, комиксов, и они прям очень были довольны, говорили, что я посмотрю с удовольствием. Мне это очень интересно, это что-то новое. Я не сказал, что Никита дебютант. Он настолько хорошо знает и настолько долго уже работает в кино. Может быть, первый раз он в роли режиссера находится, но то ему не скажешь. У Никиты есть одно замечательное свойство. Он открыт. И это прекрасно, потому что это позволяет нам, артистам, предлагать те вещи, которые, на наш взгляд, могут чем-то помочь. Мы приложим все усилия, все наши таланты, возможности, энергию и деньги мы употребим на то, чтобы это кино, ну, как минимум, зритель не пожалел, что он его посмотрел. Это все очень масштабно. То есть, если мы стреляем, то мы стреляем много. Если мы взрываем, то мы взрываем мощно. Если мы кидаем, то далеко. Мне очень любопытно и интересно, как это все будет состыковано на большом экране. Вот это будет зрелище.